автомобильного салона – это всегда важное событие. А если оно совпадает с презентацией нового автомобиля, это важно вдвойне. Мы сегодня в Гродно на открытии нового салона компании Renault. И заодно на презентации обновленного Renault Duster. Найти место проведения оказалось очень просто. Новенькое здание автоцентра расположено сразу при въезде в город Гродно со стороны Минска по адресу улица Белуша, 61. Гродненский автосалон Renault еще до официального открытия работал в тестовом режиме. Счастливые владельцы купленных здесь авто также присутствовали на торжественном мероприятии. Приветственные слова руководства и ленточка перерезана. Официальное открытие автосалона состоялось. Под приятные французские композиции в исполнении музыкантов гости наслаждались праздничной атмосферой мероприятия в предвкушении презентации нового Renault Duster. Наконец, ведущий привлекает всеобщее внимание к скрытому под тканью автомобилю. Эффектный жест девушек-красавиц, и нашему взору предстает второе поколение Duster, невероятно популярного внедорожника компании Renault. Новый Renault Duster – это автомобиль, который вобрал в себя все лучшее от своего предшественника. Это и неубиваемая подвеска, и прекрасные геометрические пропорции кузова, и индивидуальная система полного привода. Но также новый Renault Duster – это еще новый уровень дизайна, это новый уровень технологичности. Дилерский центр Renault в Гродно называется «Detour» и отражает общую концепцию Renault Store. В наличии 10 постов для обслуживания автомобилей, автомойка, шоу-рум, который вмещает 10 автомобилей. Для гостей в салоне предусмотрены кафе, зона для ожидания с Wi-Fi, отделы продажи аксессуаров и запчастей, а также 3D-конфигуратор моделей. Салон новой концепции, концепция Renault Store, это концепция, которая подразумевает новый высокотехнологичный уровень обслуживания как на стадии покупки автомобиля, даже как на стадии выбора автомобиля, на стадии покупки автомобиля и на стадии потом сервисного обслуживания этого автомобиля. Помимо Минска, автосалоны Renault теперь есть во всех областных городах Беларуси. Кстати, на этой неделе открылся еще один автосалон Renault в Полоцке. Такую тенденцию мы хотим сохранить вплоть до 2019 года и на рубеже 2020 выйти с 16 точками продаж в Беларуси. Хочу напомнить клиентам, что это будут точки с полным циклом услуг, начиная от мойки, кузовного ремонта, технического обслуживания, также текущего ремонта автомобиля. Компания Renault сегодня занимает лидирующую позицию в нашей стране по количеству проданных автомобилей, а теперь еще и по масштабам дилерской сети. Мы поздравляем команду Renault с таким отличным результатом и желаем успешного покорения новых вершин в мировом автобизнесе.